Здравствуйте. Вы на 15:30? Да. А, ну все, тогда Николай. Алексей. Приятно. А что, сказали 9-й, не 8-й, да, нам? 9-й. Ясно, почему. Алло. Добрый день. Я поддерживаю вашего соперника. Извините. Что не видит. Ну, к вам отношусь с одобрением, скажем так. Снисхождение. Нет. Даже от комаров, по-моему, взял. Нет комаров. Опытный боец. На всякий случай. Сейчас турнир играете? Нет, не играю вообще. Я играю пару. Я тоже не играю. Я и пару не играю. Я пару. А у них у меня нет моего возраста партнера. Вот если попробуете, можно подумать. Реально нет. У вас получается, что такой же возраст, как у меня, поэтому можем посмотреть. А вам сколько? Мне 43. А мне 43. Ну вот. Значит, 19-й год еще не сбудет. Да, значит, вот есть возможность в одном как. Я пару часов играть попробовал, первый раз играть буквально, ну, так, более-менее недавно, поэтому... Там немножко своеобразный теннис. Ну да, совсем другой. Да, поэтому... и там порядок надел, ну... Так, нам некого ждать, поэтому давай. А, мечи дали. Нет, дали уже? Да. Давайте тогда. Торопиться некуда. Корты мы оплатили. 4000. А, можно разъехать. Я правильно там до двух узеров. Я тоже, но вот.
нервный мандраж, дурак. Да блин, что не кадал. Не кадал уже, бля, и грубо. Ну. Нет, я пишу за справа. Телефон. Да, если пускай будет ничего. Давай.
Thank you.
что, поехали, а то возникать будет, я думаю. Заменами, ну, с переходами в смысле. Да, да, лучше переходить. Обычно правило, да, платить? Вот тогда я слежу, если я вас мучаю. Мучаю, я слежу. Нет, нет, сиди, я просто... Слышь? Сиди просто, конечно. Я хорошо видно. Thank you.
тут жарко. И что, я не начал? Наоборот, жарко. Тенечки-то лучше, гораздо. Все хорошо. Я тебя, ты забыл, что ли, воду? Слушай, я хотел взять бутылку воды. Я здесь еще не понял. Еще не понял, что выложил. Да нет, я брал. У меня есть вот такая вода. Она теплая, холодная. Да не, ладно, пока закончится это. Потом сходит. Да не будет он будет давить нас так, чтобы мы должны свалиться.
Я не знаю. Прямо как. Ну, ладно, я болею за вас. Аж колотит уже. Бред какой. Бред какой, Юрий. Ну не сколько выпускать, есть момент, да. Я конкретно. Причем уже упал даже. Не, я видел, как один раз подскользнулся сюда. Я три раза подскользнулся, здесь два раза. Я нога пару раз ехала, действительно. Надо учитывать. Еще странно, как тут кривее немного, знаете. Кривее намного, да. Ага. Ты скупусь. Да, это здорово. Да,
сейчас первая подача. Молодец!
брал. Да много, конечно. Нет опыта игры. Либо я у сетки, либо я сзади. Видишь, у меня нет выхода. Мне выходить-то не надо. И выхода, видишь? Ну, пару пальцев можно поиграть, но уровень примерно одинаковый.
не даст попасть за игры. Задубел. Так у меня кофта, если что, есть. Сейчас я подавал, ты подаешь. Да. А где играешь тогда? Я в Сосновке играю. Район. Да. Я на Тухачевск. Я понял. В принципе, ничего, далеко по Блюхеру. Ну, да. А живешь? Живу я тоже там, рядом с Сосновкой. Я в Новочерске живу. Да? Ну вот. В Сосновке говорят, я не был там, говорят, там криво, кровать. Ну, там разные, можно так сказать. Разные, да? Ну, а что, как ты заходишь, как ты так, ну, приятнее? Пару, вот я говорю, я пару играю, поэтому я даже одиночку не практикую. Я 1-2 раза играл в этом году. Thank you.
бы все пройдет. Надо все сидеть. Ну да. Можно и да, да, да. Чтобы все равно знать, где тебя лучше. Да. Заметил, да? Заметил, я узнал. Это Миша на категории. Я просто не него. Миша у него в прошлом году выиграл, я слышал. Я просто не него. Похож, похож. Похож. Только он что-то лучше стал, по-моему. Ну. Так, ты подаешь. Thank you.
Я тебе придумал тебе сказать уже после игры. Я только сейчас приобретаю вот это, понимаешь? Все равно надо играть. Надо, конечно. А у меня нет моего возраста, партнера. Сейчас остальные тяжело. Попросту прошли скованное движение. Просто не подходит. Да, так я вот только сейчас начинаю что-то там втягиваться. У меня либо старше, либо играет настолько сильнее, что просто играть бессмысленно. Ну старше, кстати, вот там вот играет. А вот следующая категория. Я же старше вообще выиграть не могу. Вот я у него два раза играл, то что да, такой, который бьет. Они оба бойцы. Если приходят с ним. Это даже бессмысленно, я ничего не успеваю сделать. Да. Приходят с ним два тоже выиграть. Вдвоем они играют. Я еще могу с Денисом играть, я у него выиграл. Денис я могу выигрывать. Ну а он редко играет. Thank you.
пошли. Не-не-не, я отдал вот так. Линия, да? Да. Еще один лист. Я видел. Ну, уходи, сваливался. Удержи! Просто не было ее в первой сессии, она просто отсутствовала. Леша, он и забивал хорошо. Сразу выходил. Да, ну что, золотой, да? Да. Сейчас хоть чуть-чуть она постабильнее стала. Надо плюс, а то я уже все скажу, но у меня будет, мне как раз поставить надо. 4-3. Тут столько громоотводов, что ты можешь не бояться, он тут металл палку вокруг. Да не они пацаны за меня. Ты веришь в карму? Да. Я надеюсь, что разметает. Береженого Бог берет. Ну, как мы с тобой все делаем. Погода. И дождь пошел все-таки. Вот собака, а? Ну, да, смотри, что закопал. Ну что, или сматываемся, или что, или будем мокнуть. Вот как сейчас, в принципе, еще можно, да, но потом уже будет опасно. Нам нахрен на этом корте еще убьемся. А, давай, если пойдет, остановим. Публика имеет право голоса или нет? Да. Ты бы заканчиваешь? Нет, нет, еще день, по-моему, успеет. Сначала меня порадовало, что так много теннисита на корте, а сейчас я вижу, что гораздо хуже, чем у нас не скользишь, по крайней мере. Не мокнет.